Больше 10 лет Валентина работает в службе благоустройства и занимается преображением города. Мы меняем деревья. За то, что прохожие все говорят спасибо. Ну и как бы все люди радуются, то, что за место старых, которые нет ни листьев, ничего, дерево и кислород лучше выделяет. Все говорят спасибо. Сегодня Валентина принимает участие в озеленении улицы Куйбышева от Красноармейской до Венцика. Здесь взамен старых и сухих вязов высаживают саженцы каштанов высотой почти 3 метра. Уже появилось свыше 20 молодых деревьев. С каждым днем улица Куйбышева становится ярче. Выбор на каштаны пал не случайно. Потому что каштаны ведь цветут. Весна придет, листья распустятся, каштаны зацветут, и запах будет, и людям будет приятно. А впоследствии, проектируют выставить ту и кашпо. Преображение в историческом центре оценили самарцы и гости города. По этому маршруту часто проводят пешеходные экскурсии. Будет красиво, потом по улице будем ходить, будет тенек всегда, когда под деревьями. Вообще здесь всегда росли деревья, здесь крогачи росли, я помню, раньше. Вообще, мне кажется, когда в городе много зелени, это красиво. Очень нравится. Я всю жизнь здесь живу. И дороги строятся, и набережные, и все деревья сажают. И очень-очень хорошо. Сразу после высадки деревьев на Куйбышеву установят 50 вазонов с крупными туями, еще 18 с цветами и порядка 40 подвесных кашпо. Также здесь появятся новые фонари, часть из которых уже установили. Опоры, оформленные в стиле модерн, вписались в историческую среду, а специальные светодиодные лампы еще и экономят энергию. Но самое главное преимущество новых столбов освещения, пожалуй, это разгрузка пространства от проводов. Коммуникации к новым опорам проводят под землей. Такую схему уже использовали в Самаре на улице Красноармейской. Мария Левина, Николай Сидоров, события.